Всем большой привет! Сегодня будет видео, посвященное косметике. Эта косметика у меня уже достаточно давно, я уже успела ею попользоваться практически всем, и у меня уже сложилось кое-какое мнение об этой косметике. Сегодня буду такая полунакрашенная, полуненакрашенная. Дело в том, что я сейчас отращиваю брови, и хочется немного поменять ту форму, которая у меня есть сейчас. То есть у меня брови были такие более изогнутые, теперь же мне хочется сделать какие-то более прямые, как черточки, может быть, даже чуть-чуть пошире. В общем, поэтому мне не хочется сейчас сильнее нагромождать вот эту вот область вокруг глаз, пока я не сделаю эту форму, пока не дойду до своего идеала. Давайте тогда начнем с продукта, который я вам уже показывала в своем каком-то влоге. Это вот такая вот система запечатывания для ногтей от LCN. Это такая штука, которая восстанавливает ваши ногти. В общем, ваши ногти не будут расслаиваться, они будут здоровыми и так далее. Для меня эта система работает как такой вот экспресс-восстановитель для ногтей, если можно так сказать. Допустим, если у меня ноготь сломался и начал слоиться, я могу воспользоваться этой системой, и ноготь будет у меня дальше расти абсолютно здоровый. Также у меня немного совсем слоились ногти, но после того, как я стала вот пользоваться этой системой, в принципе, проблема расслаивания ногтей меня покинула, и чему я безумно, конечно, рада. Смысл этой системы в том, то, что здесь в наборе идет, во-первых, вот такой вот крем для ногтей. Также сюда идет вот такая вот пилочка-полировщик. И масло, оно идет и для кутикул, по-моему, для ногтей также. И кисточка, которой я еще ни разу не пользовалась. В принципе, можно и без нее обойтись. Давайте тогда расскажу вам поэтапно, как, чем нужно пользоваться. Сначала вы берете, то есть снимаете лак полностью со своих ногтей. Далее вы уже наносите вот этот вот крем. По-моему, его именно и нужно кисточкой наносить. Но я прям пальчиками наносила. На ногти наносите этот крем. Потом далее берете вот этот вот полировщик и розовой стороной втираете его. Втираете, потом берете какую-нибудь сухую салфетку, тряпочку, снимаете излишки и дальше уже на ногти наносите вот такое вот масло и начинаете втирать его уже при помощи белой стороны. Очень круто работает эта система, потому что ногти у вас сразу становятся, во-первых, отполированные, отшлифованные, во-вторых, они у вас не пересушенные, не травмированные, а наоборот, даже они у вас очень-очень напитанные. И уже для того, чтобы ваши ногти больше блестели, для большего такого эффекта, вам можно будет пройтись вот такой вот серенькой стороной у этого полировщика. Классная система, мне она понравилась, довольна, могу вам всем ее рекомендовать. Она подойдет, по-моему, как для натуральных ногтей, так и, по-моему, для искусственных, но там, правда, есть какая-то разница в периодичности использования. Дальше я покажу вам два продукта, которые пришли ко мне на обзор. Когда со мной связалась эта компания и предложила взять пару продуктов на обзор, я подумала, что возьму все-таки продукты для мамы, потому что как раз-таки хотела ей что-нибудь приобрести. И эта компания называется Guam, вот так вот выглядит. Это у меня маска для лица и крем для лица. Это вообще компания класса люкс, то есть на уровне Dior, Lancome, Chanel и так далее. И эта марка косметики продается у нас в RivGosh, продается также она, я знаю, есть, по-моему, в Ile de Beauté. На сайте RivGosh также она представлена. Я взяла для мамы вот такую вот маску, она как раз идет такая анти-эйдж, и не знаю, пока она еще не пользовалась, никто еще не пользовался, не вскрывали даже. Вот так вот выглядит крем для лица, то есть его можно будет использовать как днем, так и вечером, то есть такой универсальный крем. Сейчас хотела вам показать упаковку этого крема, то есть какая она красивая, вот так вот посмотрите, выглядит сама упаковка, то есть действительно крем такой вот люкс класса, очень классная такая упаковка, стеклянная, прям тяжеленькая. Понравился мне, в общем, крем. Ну, я, конечно, им сама еще не пользовалась, и, в принципе-то, я и не буду пользоваться, потому что он также идет антиэйдж. Но, тем не менее, сама марка очень достойная. У этой марки там есть не только антивозрастные средства, но и абсолютно на разный возраст. Там можно на любой вкус и цвет подобрать что-нибудь. Ссылочки на то, где это можно будет заказать по интернету, я оставлю внизу в описании под этим видео. Ну, а следующие продукты, которые я вам покажу, они пришли у меня уже с сайта loveorganic.ru. На этом сайте я решила заказать себе продукты от компании Веледа. Вообще, давно хотела попробовать эту фирму. У нас здесь, я знаю, в одном месте, где продается эта марка, но она относительно там дорого стоит. Поэтому, когда я наткнулась на этот сайт, конечно же, там меня эта марка сразу и привлекла. Первое, что я взяла из этой марки, хотела очень давно попробовать, это вот такой вот тоник для лица в таком вот стеклянном бутылечке. Понравился мне этот тоник, достаточно часто им пользуюсь. Сейчас, когда у меня будет заканчиваться уже мой уход от La Roche-Posay, я уже буду переходить основательно на этот тоник. Он мне понравился тем, что он, ну, такой вот мягкий, ну, в общем, классный тоник, ничего не могу сказать плохого абсолютно про него. Правда, есть у него такой один, ну, небольшой несущественный минус, это то, что он очень по чуть-чуть выдавливается у меня, ну, выливается из
самого бутылька, потому что бутылочка идет стеклянная, ну, это как бы и плюс, и также вот, ну, немного неудобно. А так тоником я абсолютно довольна, также могу вам всем его рекомендовать. Пахнет просто безумно приятно, мне такие запахи нравятся. Следующее, что я взяла от Веледа, это был вот такой вот небольшой шампунь, здесь всего 190 мл, и я в восторге просто от этого шампуня. Жалко то, что здесь такой маленький объем. Волосы после этого шампуня прям такие хорошо вот промытые, и при этом они не тяжелые, не совсем такие легкие. То есть хорошо вот прям приятно руками проводить по волосам после этого шампуня. Он также понравился мужу, теперь же муж у меня забрал этот шампунь и будет пользоваться сам. То есть я использовала этот шампунь до половины сама, а муж теперь использует его дальше. Также я взяла себе еще вот такой вот шампунь, точнее не себе, а Каролине. Это идет детский шампунь для волос и тела. Понравился мне этот продукт тем, что он такой 2 в 1. Мне нужно будет использовать несколько средств, когда купаешь ребенка, можно вот просто выдавить и искупать ребенка прям с головы до ног. Также понравилась мне упаковка, кстати говоря, для шампуня довольно необычная. Каролина, в принципе, нормально отнеслась к этому шампуню, понравился нам обеим. Я иногда его использую также, как и гель для душа для себя уже. И последнее, что я заказала на сайте Love Organic, это был вот такой вот дезодорант Кристалл. Давно уже хотела его попробовать, очень много положительных отзывов слышала на эти дезодоранты. Я себе взяла с алоэ, вот так вот он выглядит, он имеет такой немного зеленоватый оттенок, абсолютно не имеет никакого запаха, что безумно мне, конечно же, понравилось. Очень интересная задумка у этих дезодорантов, самое главное, что здесь практически нет никакой химии, не практически, по-моему, они абсолютно органические, я, конечно, в эти подробности редко когда вдаюсь, но, тем не менее, очень классный дезодорант, мне он понравился, как он действует именно на эту зону. В общем, вы меня поняли. Дезодорант классный, всем вам также могу его порекомендовать. Присоединяюсь ко всем таким вот положительным отзывам на эти дезодоранты. Мне он тоже безумно понравился. Ну что ж, в принципе, это были все продукты, которые я вам хотела сегодня показать. У меня там еще много, куча продуктов лежит, которые я купила. И они у меня лежат, я просто не успеваю снимать видео на них. В общем, ждите следующих видео. Также будет много видео про косметику. Я надеюсь, что вам это видео понравилось и было интересным. Если это так, то обязательно не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Все названия и ссылочки на продукты я оставлю внизу в инфобоксе, так что обязательно заглядывайте туда, там есть куча полезной информации. Увидимся в следующем видео, пока! Me enamoré de tus perjuicios, de tus miedos, tus historias, de tu pasado y tu presente. Una mujer tan excelente.